Хей, йога, сумнишники, и сегодня мы, так сказать, пойдем дальше по модам. Я, короче, сразу два мода поставил, чтобы потом не перезаходить в игру. Короче, я не знаю, что из чего начнем. Big Boss Hunt, либо Wild of the Island. Короче, как вы видите по значку, это остров Зельда, а это... дом с привидениями. Ну, в принципе, хоррор элемент у нас уже был с вами, поэтому... Windfall Island. Как-то довольно быстро Так, ну я сесть и поехать не могу, так ведь? Просто бегай, следуй. Ну ладно. Нифига себе. Лампы, масляные лампы, кирки, бомбы. Что выбираешь? Yours, friend, as это мои друзья, они долгое время со мной. Sorry, I can't give credit. Извини, шляпочные дети. Я не могу тебе дать денег. Возвращайся, маленькая птичка. Так, хорошо, как вы мне предлагаете вернуться обратно? Way. Как по... он считает, как я должен вернуться обратно? Хотя... ладно, как зашел, так и вернулся, ладно. Блин, плохо то, что я не могу бегать по стене, как принц Перси, допустим. Но это прикольно, то, что здесь есть такие места секретные. Облака... вон где часики. Но мне, по сути, только часы забрать и все. В смысле, стоп. А, так оно и само открывается. Странно, ладно. Мафии нравятся деревья и это место. Я же его даже не ударил. О, кстати, там походу... а, я мог плавать? Нифига себе. Я сундук вижу. А как я должен сундук достать? О, нифига там ураган херячит. О, монетка. Привет, малышка. Мафии... хорошо здесь. Хорошего дня. Бла-бла-бла-бла-бла.
О, это бан. Ты голодна? Нет, я не голоден. Кофейня. Нет, детям нельзя в бар только при достижении 21 года. Ты можешь выпивать. Ты чувствуешь, когда некоторые пьют с 13, да? Don't me, don't me. На данный момент... момент. Я хочу достать сундук. Так, ладно, за часами я навряд ли пойду. Ту-ту-ту-ту. Эти по театру? Странное место. Не, это не кнопка, оказывается. Ну ладно. Кофе-бар. Это просто комната. Почему я сундук? Я хочу сундук забрать. Картина галереи. Я типа... То есть это я втихаря проник в картину галерею. When I was a kid, I saw Mona Lisa from my gamma school art book. Ну короче, как вы поняли, диалоги также взяты из Зельды. Когда я был ребенком, я видел Мона Лизу из моего школьного художественного альбома. The first time I saw her. Первый раз я заплакал. Впервые я ее видел. With hands on her knee. Руками на колено. How do I say this? Как я это говорю? У меня был бонер. А где музыка? Все, в игре закончилась музыка? А не, ладно. Что странно. Бать. Лилипутики.
Добро пожаловать в школу мафии. Cloud Today. По выходным оно закрыто. Жаль. Добро пожаловать в мой функциональный магазин. Мы клоузы закрыты сегодня. Поэтому хорошего дня. Я хочу достать сундук. Давайте на мотоцикле попытаемся туда добраться. А, то есть я туда вообще не могу попасть. Типа вообще? Печалька. Так, ну типа тут только одна монета была, да? Халявная. Там я был. То есть, получается, в натуре я не могу вообще заполучить. Да, мне не дают, меня байтят просто на сундук. А сундук я получить сам не могу. Ладно, погнали сюда по дорожке, куда. Ну, по сути, даже на финал можем идти. А, мафия танцует около мистического камня. Это все шоу. Низ. А. Низ вверх, лево. И день превращается в ночь. А ночь в день. Don't lie, try, day. Мафия думает, это очень комфортно. Мафия слоу-моу замедляет 50. Консольные команды. Коробка. Ну ладно. Ну, получается, мне только сюда зайти еще можно. Нет, даже нельзя. That's all. Ну, получается, едем наверх и заканчиваем. Повезло. Так, осталось только понять, как мне запрыгнуть туда наверх. И
Я не пойму, как меня достать, подождите. Я вообще не врубаюсь. А, то есть здесь только одна херня, чтобы за нее зацепиться. Ладно. Давайте до максимума держаться. Как далеко я доеду. И что, как мне наверх забраться? Обосрался. А, тю. Тихо. О. Ну все получается. Плюс монетка. Ну, по сути. Из дополнения вытащил монетку одну. Так, видите? У меня должно сейчас быть их 5. Или у меня их и было 5. Ну, короче, не суть. Давайте оценим DLC. Ну, DLC. ну, вы поняли. Мод. В принципе, сделан довольно прикольно в плане некоторых деталек. Добавлен озвучка, диалоги с самой Зельды. Однако единственный минус, наверное, который довольно большой я поставлю, это то, что я не могу открыть ящик, который находится, и меня байтят, то, что ты туда не сможешь попасть. Вопрос, почему? Да можно было что-то, вот, тоже монетку спрятать. Монетка одна подбираемая, но мне кажется, мне нихера за нее не дали, кстати. Ладно, плюсы. Просто, что довольно качественно сделанная карта. Это плюс. Так, сколько делала игр? А, тут даже не написано. Ну, короче, карта на 5 минут, как вы поняли. Типа, можно было позалазить куда-то, ну, тоже, смысл туда куда-то залазить, непонятно. Ну, типа, то, что только качественно сделано, и все. Единственный плюс-минус, то, что я не могу сундук взять, хотя плавать я могу. И, в принципе, я больше ничего так отметить не могу. Поэтому давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до следующих модов. Всем пока.